Здравствуйте, адвокат правозащитник. Президент Израиля Реувен Ривлин написал в Твиттере, что с большой тревогой следит за сообщениями с места ЧП, молится об исцелении раненых. Ежегодный праздник Лаг БаОмер на горе Мирон стал первым массовым мероприятием. А в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу полиция сообщала, что в мероприятии участвует до 100 тысяч человек. Бои столкновения на киргизско-ташкентской границе прекратились, стрельбы сейчас нет, сообщил сегодня Интерфакс полпред киргизского правительства Баткенской области Амурбек Суваналиев. Ранее полпред информировал, что он и глава Госкомитета нацбезопасности Таджикистана подписали совместное заявление. Стороны согласились прекратить вооруженный конфликт и отвести военных и технику от границы. Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась накануне. Между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации. По последним данным Минздрава Киргизии, число пострадавших достигло 134 человек, 13 погибли. Таджикская сторона ранее сообщала о 3 погибших. Несмотря на заявления властей о договоренностях о прекращении огня, очевидцы сообщают о перестрелках на границе двух стран, о поджогах и пожарах в селах Киргизии и стягивании военной техники. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи и избегать массовых мероприятий. В эфире телеканала «Россия» она заявила, что сейчас ситуация с коронавирусом в стране находится в достаточно хрупком равновесии. Уровень заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе снизился всего на 0,4% по сравнению с позапрошлой. По словам Поповой, к осени в России возможен рост заболеваемости. Безусловно, аргумент главный во всех наших действиях – это сохранение здоровья граждан в соблюдении всех требований, которые на сегодняшний день есть. И максимально, если постараемся все мы провести эти праздники в кругу своих семей, тогда нам удастся стабильную ситуацию, первое, сохранить, а во-вторых, определить дальнейшее снижение заболеваемости в Российской Федерации. Анна Попова призвала граждан России пройти вакцинацию, напомнив, что весной иммунная система слабеет. По ее словам, другого варианта защитить себя и свое здоровье на сегодняшний день нет. Работа пунктов вакцинации от коронавируса в московских поликлиниках, а также мобильных бригад в общественных местах продолжится в майские праздники. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. Отмечается, что некоторые точки вакцинации работают в торговых центрах на выездах из мегаполиса, чтобы москвичи смогли сделать прививку во время поездки за покупками или на дачу. С 28 апреля горожане могут пройти вакцинацию в торгово-развлекательных центрах «Соларис», «Калейдоскоп», «Океания», «Город» и многих других. Горожане имеют возможность привиться недалеко от дома или местного отдыха без предварительной записи в любой удобный день с 8 утра до 8 вечера. Также пройти вакцинацию в те же часы можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Японский автоконцерн «Хонда» приостанавливает работу 4 своих заводов по производству мотоциклов в Индии из-за ситуации с коронавирусом, передает агентство «Хонда». Заводы в 2 штатах перестанут работать с 1 по 15 мая. Автоконцерн решил направить кислород, нехватка которого сейчас наблюдается в больнице в Индии, на медицинские нужды. Ранее сообщалось о таком же решении автопроизводителя «Судзуки». Он приостанавливает работу 3 своих заводов в Индии. В четверг за один день в этой стране было выявлено 380 тысяч новых случаев заражения. Более 3 тысяч человек погибли за сутки. Индия находится на 2 месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Рост числа заболевших в стране продолжается в середине февраля. Власти американского города Сент-Луис, штат Миссури, эвакуируют население района в радиусе 800 метров от химзавода, на котором возник мощный пожар, передает телеканал Fox News. Ранее сообщалось о 3 тысячах эвакуированных. Огонь вспыхнул на заводе компании Manor Chemical. На территории предприятия раздаются взрывы. К месту ЧП стянуты спасатели. Сообщений о пострадавших, а также о причинах возгорания не поступало. Сумма наличных на рукаву населения в кассах предприятий в первом квартале этого года сократилась на 70% и превысила 13 триллионов рублей, следует из материалов Банка России. В прошлом году в тот же период она, напротив, выросла на 5,2%. Особенно резкий рост наличных в обращении на 6,9% пришелся на начало пандемии коронавируса в марте 2020 года. Этот рост был связан с набегом на
13-14 тепла. Сейчас в российской столице плюс 9 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 56%. Часть на прямой связи со студией автоюрист, адвокат Сергей Радько. Сергей Александрович, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Средства связи для ваших вопросов 553-300 плюс 7-903-176-363. Присоединяйтесь к этому разговору. Скажите, у меня есть вопрос. Эта тема, конечно, она постоянно обсуждается, особенно когда начинается активный сезон. Но вот по моим ощущениям, для тех людей, которые занимаются доставкой, он и не прекращался. Что касается средств индивидуальной мобильности, много разговоров о том, как все это можно отладить и отрегулировать. Вот представители общественной палаты разработали поправки, которые регулируют эксплуатацию электросамокатов, моноколес и всего этого оборудования, которое может развивать скорость более 25 км в час. И согласно этим предложениям, управлять такими средствами индивидуальной мобильности можно будет только при наличии прав категории М. Как вы к этой инициативе относитесь? Ну, довольно странная инициатива. Почему? Потому что на сегодняшний день права категории М нужны на случай, если водитель управляет транспортным средством, которое относится к мопеду. Тут есть нюансы. Дело в том, что некоторые виды самоходных средств мобильности, в частности, электросамокаты, они действительно могут быть относительно к мопеду уже по действующим правилам. Почему? Потому что согласно ПДД, судебную практику на сей счет, когда водители этих средств мобильности признают водителями транспортных средств и, например, наказывают за управление в пьяном виде или за отказ от медицинского свидетельства и тому подобное. То есть, по сути, некоторые виды средств мобильности уже приравнены к мопедам, и они в ПДД регулированы, хотя, конечно, не до конца, но там для отдельных комиссий, для колесных скутеров и иных подобных устройств.
что я пока не знаю, по-моему, нигде в мире этого еще нет. Что касается мобильных, есть, а что касается колес и прочих медиа-мощных средств, такого нигде в мире нет. И самое главное, непонятно, как это регулировать и контролировать, потому что все-таки ПДД у нас справляется наблюдением за автомобилями, которым становится все больше, а ГИБДД все меньше, а уж сколько людей у нас передвигается на этих устройствах, тем более непонятно, как все это контролировать, лично я не представляю, тем более, что... Кажется, согласитесь, что делать-то с этим что-то надо, но вот те же самые люди, которые занимаются доставкой, они носятся же не только по тротуарам, но и по дворам, где люди гуляют с детьми, с животными, где ты не всегда находишься в состоянии повышенной бдительности, ожидая, что на тебя может кто-то наехать. Зимой они ездили на каких-то мотоциклах. Сейчас вот все эти средства индивидуальной мобильности, они в их распоряжении, и скорость, ну, там явно она внушительная, серьезная. То есть не просто так, если на тебя кто-то наедет из этих людей. Они ведь носятся не только на самокатах, но они носятся на велосипедах. Вот велосипеды в ПДД урегулированы. Однако вот ничего не меняется, поэтому я не думаю, что это реально все как-то урегулировать и проконтролировать. То есть можно, конечно, в правилах написать, потребовать права, а кто будет за ними следить? Ну, формально возложим это на ГИБДД. Кроме того, тогда необходимо уж продумать, чтобы эти средства мобильности имели регистрационные знаки для того, чтобы можно было их оштрафовать. Потому что у нас сейчас в основном процентов 90 штрафов или больше назначается по данным камер видеофиксации. А без номерных знаков эти средства для камер не существуют, и, соответственно, наказывать их нельзя. А скажите, вот как сейчас это регулируется? Вот так. Допустим, ну, не дай бог, я там пошла в магазин, на меня наехал человек, ну, например, на колесе, и уехал, и все. То есть, получается, мне остается только развести руками и сказать, что, ну, в следующий раз я буду вести себя более внимательно. Ну, формально, вот так уже пишу, вот как бы выбрали у нас, все как бы выезжал на дороге, и вот, или по ПДД, или по тротуару. Там, вот здесь, конечно, нужно вызывать полицию, это все фиксировать, больше, потому что либо происшествия в такси, и пассажиры имеют претензии, тоже далеко не всегда агрегаторы могут объяснить, а кто ехал на этой машине, кто кому сдавал в аренду, а кто находился в это время на маршруте, и, к сожалению, здесь тоже бывает проблема. А доставщиков еды у нас гораздо больше, чем таксистов, и, опять же, непонятно, кто все это контролирует и каким образом. Тогда у меня еще один вопрос. Скажите, соответственно, в ближайшее время ожидать, что что-то изменится в этой сфере, что каким-то образом это все будет регулироваться, мы не ожидаем. Отрегулировать это можно, и правила прописать тоже, потому что в том проекте ПДД, который уже примерно года полтора-два обсуждается, там есть упоминание о средствах индивидуальной мобильности, но не нужно думать, что если правила примут, там это пропишут, то что-то изменится, потому что действительно прописать это гораздо проще, чем реально проконтролировать. Поэтому даже принятие этого нормативного акта, я думаю, что в принципе ничего не изменит. А скажите, а только мы сейчас обеспокоены этим вопросом, мы так и необходимся на многих странах на зря? Во многих странах это есть, да, действительно, есть страны, да, это есть распространение, но, насколько я не знаю, там еще особо не является, потому что, конечно, контролирование уже.
правило, там, например, есть ограничения по скорости движения, есть ограничения по местам передвижения, есть штрафы довольно большие. Но все это, в общем-то, скорее всего, сделано с точки зрения формальной, поскольку все-таки это надо регулировать. Но для того, чтобы закон работал, его нужно не только написать, но еще нужно подумать о том, как будет проверяться и исполняться он реально. А у нас пока это сделать крайне сложно. Ну, вот наши слушатели предлагают, например, сделать на жилетах индивидуальные номера, чтобы легко было отслеживать, или камеры на руль поставить, или отдельный номер на каждое такое устройство, чтобы легче было потом разбираться. Хорошо, а где их регистрировать и какие номерные знаки вешают на устройство? Ведь на мотоколесо нельзя повесить номерной знак, который сопоставим с размером знака автомобиля. То есть знак будет гораздо меньше, будет его камера рассчитывать, и как это будет происходить, тоже непонятно. Поэтому, конечно, можно обязательно носить, но это, мне кажется, жилеты с номерами уже перебор, тогда заставить всех пешеходов носить жилеты с номерами, потому что многие пешеходы нарушают ПДД, например, перебегают дорогу по этому месте, и его тоже потом невозможно найти, если, например, из-за него произошло ДТП. Поэтому если уж говорить о том, что мы все равноправные участники движения, тогда нужно всех нас обеспечить номерами, чтобы можно было точно определить, кто в чьем жилете шел и кто является нарушителем. Тут теперь пишут нам слушатели, в том числе из Тверской области, что пора уже и на другие темы поговорить. Почему не обсуждаете пьяных за рулем? Это, кстати, еще одна тема, к которой я хотела обратиться. Конституционный суд подтвердил возможность суммировать сроки лишения водительских удостоверений до бесконечности. Хотелось бы понять, как это будет выглядеть на практике. И в целом, вообще, что это значит, что это дает, чтобы люди, которые, ну, возможно, уже имеют такие сложности в своей жизни, были готовы к тому, что это может быть пролонгировано. Это ничего не меняет. Сложившаяся практика уже существует. Дело в том, что по закону административные наказания за управление пьяным видом, но и за другие виды лишений, они суммируются, и каждое лишение следует одно за другим. То есть, если нарушитель совершил, там, допустим, 20 раз проехал в пьяном виде, его остановили, то за каждую поездку срок, который выходит при сложении этих наказаний. А в чем здесь возник вопрос у одного из районов судов города Рязани? Как раз по 10 лет лишения свободы, в конечном итоге при сложении он не получает 100 лет, он получает только 15 лет, то есть срок наполовину превышающий максимальное наказание. И вот суд, районный суд, усомнился в том, что это справедливо. Почему? В рамках одного регулирования сроки складываются, а в рамках другого регулирования эти сроки не складываются, а просто поглощаются. И вот он направил запрос в суд на предмет того, насколько это соответствует Конституции, но суд написал, что это все Конституции соответствует, что регулирование здесь абсолютно справедливое административное, в противном случае это было бы цель наказания не была бы достигнута и так далее. Но, в общем, в итоге получается, что то сложение наказаний, которое сейчас существует, оно продолжается, оно будет действовать, то есть практика не поменяется.
То есть, если назначены 10 наказаний в виде решения права управления, 20 наказаний, 30 наказаний, каждый из них будет отбываться полностью, сколько лет решения права здесь получается, столько лет приносит этот пешком. Наши слушатели предлагают обсудить еще один аспект, связанный с теми, как прав лишен, это каршеринг. Что здесь можно сделать для того, чтобы ситуацию изменить? Потому что периодически появляются различные инициативы, ну, в том числе регистрация на госуслугах, как один из вариантов выхода из сложившейся ситуации. Наверное, каршеринг давно нуждается в регулировании. Почему? Потому что каршеринг — это сервис по аренде автомобилей, которые касаются аренды транспортных средств. Они прописаны в гражданском кодексе, но они прописаны очень давно, еще за много лет. Действительно, сейчас это одна из главных проблем, потому что для того, чтобы, например, арендовать машину, ну, скажем так, по обычному образу, то есть прийти и взять машину на несколько дней, необходимо встречаться с сотрудником компании, заключить письмо для того, предъявлять все свои документы, удостоверить водительство и так далее. Будучи лишенными права управления, и это пока проверить довольно сложно. То есть даже долго может помогать регистрации аккаунта. И в итоге он сначала был законным успешным пользователем, а через какое-то время продолжает продаваться на автомобиле, но он устремлен. В принципе, проверить так уже сложно. На самом деле, это перенесли соответствующий сервис. Почему каршеринговые компании этого не делают как-то нехотя, лично я не понимаю, потому что вся информация, которая для этого необходима, паспортные данные, данные удостоверения, у каршеринговых компаний есть. Соответственно, создание модельной программы. Автомобилей в краткосрочную аренду. И там прямо предусмотреть, что компания обязана проверять или периодически, например, раз в неделю, если требуется действительно только проводить чек-ин, к сожалению, обсуждается только если происходит какой-то ДТП, потому что если кто-то из пользователей, например, лишен права управления, и компания только не знает, а он никогда не помнит, что он катается, к счастью, ничего не совершает, когда он об этом не знает, то только права пользователя, потому что компания его данные не проверяет, насколько он катается, то если кто-то его не останавливает, он никогда не помнит, то без прав он остается никому неизвестным. Поэтому сколько таких не знаем, и то, что их немало, это факт, потому что нарушений у нас много, и их решают. Вот такой сервис аренды дает возможность сесть за руль и не удостоверение. Хотя, конечно, это тоже риск, потому что на своей машине нужно предусмотреть попасться в метро и лишиться автомобиля. Также может быть на каршеринге, но почему-то вот каршеринге такое отношение, что эта машина как бы не моя. Если что, можно куда-нибудь там свернуть во дворе, ее бросить и уйти, завершить аренду. Если патруль не успел поймать, то в этом случае нарушитель остается безнаказанным. Ну, то есть получается, что вот пока не будет какой-то резонансной истории, не дай бог, да, вот как с теми же самыми блогерами, у которых по сотни нарушений скоростного режима, соответственно, масштаб, возможно, мы это не поймем еще очень-очень долго. К сожалению, да, потому что пока мы не знаем, сколько таких людей продвигается, может что-то сегодня точно не изменится. Еще раз назову средства связи. Наши эфирные координаты 553-200 +7 903 170.
176-363, смс-портал WhatsApp и Viber. Вот пишут нам из Санкт-Петербурга, из Калининградской области о том, что эту сферу давно пора начать как-то по-новому регулировать. И спрашивают вас, в частности, а какой-то зарубежный опыт положительный, который можно перенять, есть на примете? Зарубежный опыт есть, действительно, во многих странах, например, есть на этих автомашинах алкозамки. Это же тоже такая проблема, потому что за свой автомобиль не все хотят садиться в пьяном виде, а каршеринговый тоже как бы не свой, вроде бы его не жалко, и многие в пьяном виде позволяют себе сесть за руль именно каршеринга. Вот разрешите, вот мы сейчас прервемся, да. Сразу после выпуска новостей, середины часа продолжим этот разговор как раз с алкозамков. Мы и начнем. Автоюрист-адвокат Сергей Радько на прямой связи со студией. Буквально через несколько минут вернемся в эфир и продолжим. Первые о главном. Вести ФМ. Реклама. Слышал, у тебя тоже Клабхаус? Классное приложение. Не приложение, а предложение. И не Клабхаус, а новый клубный дом «Река» на западе Москвы. Классическая архитектура, высокие потолки и зимние сады. В квартирах. Новый клубный особняк «Река». Жизнь парки у воды в 15 минутах от Садового. Старт продаж. Донстрой 495-266-9030. Проектная декларация на наш.дом.рф. Там, где кончаются дороги, тебе нужен надежный партнер. Тот, кому полностью доверяешь. Nissan Tirana. Твой верный спутник на бездорожье. Высокая проходимость, интеллектуальный полный привод. Современная мультимедиа и навигация. Дистанционный запуск двигателя и камера заднего вида. Nissan Tirana. Сильно отражается в характере. Подробности на Nissan.ru. Где из-за обрушения трибуны и давки во время праздника Лакаба Амер в районе горы Мирон погибли 44 человека и более 100 пострадали. Организаторы празднования насчитывали более 100 тысяч участников. Эвакуация раненых и вывозе тел погибших участвует армия Израиля. Помощь оказывает бойцы спасательной бригады, службы тыла, медицинские силы и несколько вертолетов ВВС с медбригадами, а также военнослужащие. На месте трагедии возникли проблемы с мобильной связью, отмечает полиция Израиля. Она организует эвакуацию участников мероприятия на автобусах. Страны Бенемин Нетаньяху обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, где произошли боестолкновения между военнослужащими.
военнослужащими двух государств стабилизировалась. Об этом сегодня заявил глава киргизского государства Садыр Жапаров, сообщает его пресс-служба. По его словам, в Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Киргизии Артемом Новиковым. Группа приняла ряд мер по урегулированию конфликта, говорится в сообщении. Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана воспринялась накануне, между двумя сторонами возникла перестрелка. Обе стороны обвинили в эскалации друг друга. Более 2500 человек, сообщает представительство Красного полумесяца в республике. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан пройти вакцинацию, напомнив, что весной иммунная система слабеет. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия». Попова добавила, что другого варианта защитить себя от своего здоровья на сегодняшний день нет. Остается стабильной, а динамики снижения случаев заражения пока нет. Жарко шашлыков, майские праздники в запрещенных местах может грозить не только крупным штрафом, но и лишением свободы, сообщили новости главного управления ЧСВ Московской области. С 1 мая в Подмосковье будет особый противопожарный режим, так как при теплой зимой погоде возрастают риски природного возгорания. Плюс 10-12 градусов, уточняют синоптики. В Москве небольшой дождь, к вечеру ливень, 12-14 тепла. Сейчас в российской столице плюс 8, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 49%. Действительно, такой способ управления, он, в какой-то мере, ограничивает людей.